школы Сергиево-Посадского округа готовят к новому учебному году. Проводят ремонты косметические и капитальные. Глава округа Михаил Токарев посетил те учебные заведения, где идут самые крупные работы. В начальной школе 5-й гимназии, бывшей 29-й, впервые за долгие годы полностью ремонтируют вестибюль, коридоры, спортивный зал, обновляют полы, потолки, лестничные марши, двери меняют на антивандальные. Особое внимание глава округа уделил ремонту школьной столовой. Мы помним, что президент дал поручение, и нам, в свою очередь, дал губернатор Московской области поручение, что у нас 1 сентября все начальные классы будут кушать бесплатно. Сразу говорю, что да, вся та льготная социальная категория, которая была традиционно, это с 5 по 11 класс, они также остаются. Но особое будет отличие, что именно все дети начальной школы будут кушать бесплатно. Поэтому и было поставлено губернатором задача, чтобы за этот летний период все пищеблоки, все места, залы для приема пищи были приведены в соответствии с необходимыми стандартами. Впервые капитально ремонтируют пищеблок в средней школе поселка Бужаниново. Здесь еду готовят сами, а потому, кроме ремонта стен, пола и потолка, здесь полностью меняют канализацию и электропроводку. На кухне установят новое оборудование. На 70% меняем полностью на пищеблоке. Вот у нас никогда в жизни не было мармита, он вот здесь будет стоять как раз для раздачи. Ну, плита, все ванны меняем, там столы, в общем, оборудование. Ну, за исключением, наверное, холодильного оборудования, оно останется старым, потому что, в общем, там еще срок годности не вышел, так, скажем так, эксплуатация. А так, в общем, на 700 тысяч, могу сказать, что где-то оборудование будет закуплено новое. Параллельно с ремонтом в школе идет голосование по поправкам в Конституцию. Глава округа заглянул на участок и пообщался с членами избирательной комиссии. К участку прикреплены более 1500 избирателей. В основном это сельские жители, и большинство из них выбрало выездное голосование во дворе, поближе к дому. А что касается ремонта, то здесь его планируют закончить к 1 августа. Екатерина Фурсова, Евгений Шевченко. Программа «События».